Ну что, расскажите что-нибудь. Что мы сегодня будем делать? Рисовать. Вообще-то у нас, вы забыли, что у нас буквально недавно внезапно появился щегол? Забыла? И нам нужно что сделать для него? Клетку. Почему? Потому что он где сейчас живет? В клетке для хомяков. Все правильно. Поэтому пока мы ждем большую клетку, мы решили сделать максимально экономную временную клеточку. Сделаем то, что вы сейчас увидите. Да? Ну что, и делать мы будем нашу супер домик для щегла. Мы будем делать это с такой обычной коробкой, взятой в одном из сетевых магазинов абсолютно бесплатно. Первое, что мы сделаем, это ее укрепим. Укрепим все углы и оклеим вот такими вот ватманами в общей стоимости на 60 целых рублей. Вот мы обклеили немножко наш будущий домик для щегла. Не совсем, конечно, получилось красиво, да? Но сейчас будем вот сделали такие как уголочки деревянные, и ими будем сейчас обклеивать, соответственно. Ну, Дими, будем обклеивать нашу будущую клетку, вольер, и посмотрим, что получится. Так, ну что, несколько минут свободного времени и кривые руки привели к вот такому вот промежуточному результату. То есть вот оклеили мы полностью коробку внутри. Вот, рейки для жесткости. Сделали вот такую вот рамку, которая будет служить. Здесь будет крепиться сетка, соответственно. Вот. Теперь нам осталось вклеить вот такую шикарную картину от мамы. И украсить всякими веточками и цветочками. В общем, смотрите, что дальше получится. Вот получился у нас в итоге вот такой вот, вот такая вот клетка, домик, бокс для нашего щегла. Временный, да, надо сказать. Вот, у него нет возможности быстро менять подстилку. Вот, ну, в принципе, если убрать оттуда птичку, да, то, в принципе, это все можно легко вычистить. То есть мы здесь поместили, видите, несколько палочек. Вот, по-моему, выглядит шикарно. Птичка пока не привыкла, поэтому молчит. Ну, посмотрим, что будет через несколько дней. Вот, я думаю, что все должно понравиться. Ну и я думаю, спасибо. Если понравилось видео, ставьте палец вверх. Если есть вопросы, с удовольствием на них отвечу. Всем пока.